Мы находимся на блокпосту на главной дороге, которая соединяет Харьковскую и Донецкую области. В 40 километрах по этой дороге Славянск, один из самых беспокойных населенных пунктов Донецкой области. А здесь вы впервые можете увидеть блокпост, которым управляют не пророссийские вооруженные активисты, а украинская армия, верная правительству в Киеве. То, что мы видим сейчас, очень важная демонстрация силы. В течение нескольких дней мы попросту не видели никого, кто выполнял бы приказы из Киева. И вот в Харьковской области, не в Донецкой, проводится максимально открытая демонстрация войск. Военная техника здесь не передвигается тайно по проселочным дорогам, а стоит на главной трассе, где все могут ее видеть.